Если вы любите домашнюю выпечку, но с минимумом затрат времени и сил, тогда смело берите на заметку этот классный рецепт, аппетитный вариант, как приготовить быстрые пончики точно придется по душе. Чтобы сэкономить время, я предлагаю сделать тесто без дрожжей, пончики получаются не менее воздушными и нежными, а с глазурью, просто пальчики оближешь. Такой рецепт подойдет для занятых хозяек, и когда гости уже на пороге, на замес теста у вас уйдет около 10 минут и по 2 минуты на жарку для каждой партии, в результате у вас получится примерно 12-15 пончиков. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. В глубокую мисочку просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель. 2. Тщательно перемешайте все до однородности. 3. В отдельную мисочку вбейте яйцо, добавьте сахарную пудру, ванильный экстракт, растопленное сливочное масло. 4. Влейте молоко и тщательно взбейте до однородности. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Влейте жидкие ингредиенты в сухие и замесите однородное тесто. 6. Выложите тесто на рабочий стол и раскатайте. 7. С помощью выемок вырежьте пончики. 8. По несколько штук выкладывайте в очень хорошо разогретое растительное масло, жарьте до румяности, после аккуратно доставайте шумовкой, чтобы убрать лишнее масло. 9. Вот и все. Быстрые пончики в домашних условиях готовы. Перед подачей их можно присыпать сахарной пудрой, полить шоколадом или глазурью, например. 10. Для приготовления самой простой сахарной глазури соедините в небольшой мисочке стакан сахарной пудры, 2-3 ложки молока и ванильный экстракт. 11. Аккуратно окуните каждый пончик в глазури и выложите на 1 минутку на решетку. Подписавшимся, больше вкусностей. Нам понадобится: мука, 2 стакана, молоко, 1/2 стакана, сахарная пудра, 1/2 стакана, яйцо, 1 штука, разрыхлитель, 2 чайных ложки, соль, 3 чайных ложки, сливочное масло, 2 чайных ложки, ванильный экстракт, 1 чайная ложка, растительное масло, по вкусу, для жарки, количество порций, 1-2-15. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Друзья, до новых встреч!